Первые очки для него в сегодняшней встрече. Счет становится 7-6. Результативное начало. И Тиметра, ну какой же он прям вот коренастый, крепкий, мощный. С ним очень тяжело. Биджей Джонсон, пожалуйста. Все-таки Йонсон такой, наверное, второй центровой, но частенько его тренерский штаб. Исмаилов под шестым номером. Еще один человек, который вот тоже из молодежки, из, в том числе, Суперлиги добрался. Мьюлатонцев и дотягивается клирен до мяча. У него великолепные антропометрические данные, очень длинные руки. А это треха от Патрика Ушкина. Серия переводов. В центр заходить не стал. Миллер. Очень высокий прыжок. Сюда! И все-таки промах. И остается мяч Локомотива. Миллер будет атаковать. Да, это два очка. И не остается мяч у МБА. Забирает его Патрик Миллер. Ускоряется Карвел. Попадает издали. Ну а тут сольный проход. Все сегодня для МБА. Этой надежности им периодически не хватает. А это пас на Елатонцева. И 2 плюс 1, и 5-й.